Всем привет, меня зовут Ирина, мне 42 года. Я вместе с Эдгардом проходила курс «Я и моя стройность». Я записалась на этот курс для того, чтобы понять, почему у меня у самой не получается снизить вес. То есть он варьирует туда и обратно, знаете, балансирует туда-сюда. Вроде как и что-то себе запрещаешь, то есть что-то не ешь, как-то себя ограничиваешь. Я решила разобраться в этом более глубоко, поэтому записалась на курс «Я и моя стройность». То есть решила пройти этот кейс вместе с девчонками, мальчишками, которые проходили, вместе с Эдгардом Зайцевым, с его поддержкой. Вот. Что дал мне этот курс? Дал осознание, почему я не могу снизить вес. То есть я это поняла, осознание пришло где-то к середине кейса, когда мы проходили. Я поняла, что я просто хочу быть хорошей. Хорошей для всех, доброй, отзывчивой, такой улыбчивой. Хочу быть хорошей для всех, хорошей мамой, хорошей женой, хорошим работником, просто хорошим человеком. И чаще всего это в ущерб себе. Вот. По прошествии, то есть этого кейса, я сейчас работаю над собой, собираю себя в кучку, ищу те нюансы, которые я могу изменить для того, чтобы быть хорошей не для всех, а быть хорошей для себя, быть самой замечательной, самой лучшей для себя. Поэтому, если у вас есть возможность и вы хотите понять, почему ваш вес не снижается, обязательно запишитесь на этот курс, пройдите его. Та поддержка, которая идет из чата, та поддержка, которая идет от Эдгарда, то есть ответы на вопросы, которые он дает, это очень важно, очень нужно, и вот оно прям эмоционально вас поддерживает. Вы начинаете понимать, почему с вами все это происходит. Поэтому всем удачи, всем желаю успехов. Пока-пока.